Вам так скажу, никакой войны России с Украиной никогда не будет, потому что любой человек, который на полном серьезе попытается осуществить такого рода акт, является преступником, при том я не могу себе представить, какого размера. В Украине живут братские нам абсолютно по духу, по крови, по общей истории люди, война с которыми является самым страшным преступлением, которое все может только придумать. Не надо кричать «Севастополь наш», не надо кричать «Крым наш», надо просто сделать так, чтобы жизнь в нашей стране была настолько привлекательной, чтобы украинам, белорусам, молдаванам, армянам, грузинам всем захотелось жить с нами в мире и идти к нам. Потому что иначе мы все время говорим, а ну быстро к нам. А если нет, мы тебя сейчас в харю дадим. Быстро, кому сказал любить? Любить, я сказал. Ну кто ж такого любить будет?